В самом большом торговом центре Дубая, Дубай Молл, открылась новая торговая точка компании Apple. Компании Apple, как никому другому, всегда и во всем удавалось поражать своих пользователей. И это касается не только гаджетов компании, но и их магазинов. В самом большом торговом центре Дубая, Дубай Молл, открылась новая торговая точка компании Apple. Здание высотой 57 метров стало одним из участников программы «Сегодня в Apple», целью которой является превращение обычных магазинов ритейла в дружелюбное общество для обучения и развлечений. Конструкция магазина – крылья с моторами, которые реагируют на условия окружающей среды. Изготовлены они из 340 углеродных стержней. Старший вице-президент компании Apple по розничной торговле Анджела Аренс отметила: «Мы рассматриваем такие центры, как высокотехнологическое место для учебы, отдыха и шопинга». А тем временем, в течение ближайшего месяца, Apple планирует открыть свои магазины еще в 495 городах.